Приветствую, черепашки. Кожеголовый! Я рад тебя видеть, Микеланджело. Друг, Мондо, Геккон! Мы разыщем Рафа по сигналу его чайфона. Нужно только... Мондо! Прошу, перестань трогать кнопки! Остынь, братик! Сейчас только настрою радио! Оторвемся по полной! Ты-то когда вступил в команду? Не так уж давно! Они оценили мой боевой стиль! Е-ха! Эй, а где же голубь Пит? Мы больше не говорим о Пите! Это же не... Запуск ракеты. Так что тревожит могучих мутанималов? Нужна ваша помощь, черепашки. Кое-кто хочет создать оружие для охоты на мутантов. Вечно из меня делают плохого парня. Лучше буду жить по своим правилам. Я! Не беспокойся о том, как бы не задеть этих неженок. С помощью телепатии я узнал, что теперь, когда Шреддера нет, Дон Визиоса решил захватить власть над городом. И единственное препятствие у него на пути — это мы. Так-так, кое-кто поможет мне немного выпустить пар. Обойдусь без них. Быстрее, парни, закругляемся. Нужно нанести удар Дону и его громилам, пока он не уничтожил нас. Донни, бери автобус и разыщи Рафа. Если он там один... Да, я ведь еще должен перед ним извиниться. Последняя сумка с деньгами. Бан грабим. О! Ну вы даете, это же так банально. Ресторан Дель Абате. Мутантов не обслуживаем. Подкачались бы, прежде чем творить зло в моем городе. Рах, ты что здесь делаешь? Отлично справляюсь без вас, как ты видишь. Великолепно. Вик, Рафаэль? Ты-то откуда взялся, Геккон? Знаешь, на меня порой тоже находит брат. Но к друзьям нельзя поворачиваться спиной. Ай. Чэнсо, я вижу, вы принесли мне средства от вредителей. Самое совершенное в мире, Дон Визиоса. Эти мини-ракеты реагируют на ДНК мутантов. Даже целиться не надо. Не трудитесь, я порвал с вами навсегда. Ну и дела. Первые 26 раз он так себя не вел. К этому давно уже шло, уж поверь мне. Бум! Всмятку! Так чего же вы ждете, мальчики? А когда мутанты исчезнут, захватить город будет проще, чем съесть торт. Что? Тони! Кстати, об этом. А ну, тащи сюда тортик. Итак, очистите улицы от этой нечисти, но одного оставьте в живых. Им не нужен был банк. Мы попались в ловушку. Дадим его доктору Фарреллу. Пусть посмотрит, что у них там внутри. Thank you.
Мутант.